Всем привет, с вами Диадан. Сегодня у нас 17-я серия прохождения Medieval 2 Total War за Сицилию. И мы ее начинаем с битвы за Мистрас. Выбираем все свои войска. И вы знаете, я хочу потерять этого полководца, скажу вам честно. Просто чтобы совершилось вот это проклятие так называемого короля Симона Славного. Проклятие короля или королевское проклятие. А давайте посмотрим на армию Венеции. Ёлки-моталки. Армия там у них серьезная. Три отряда рыцарей-феодалов. Итальянское ополчение с копьями, пешие рыцари-феодалы. Но нет, армия не могу сказать, что прям уж совсем такая серьезная. В принципе-то у нас есть хорошая пехота. Ну и более того, у противника нету нормального полководца. В принципе, нормального полководца нету и у нас, но, по крайней мере, есть хотя бы этот отряд. План какой? Все, в принципе, стандартное. Выходим из замка. Строим войска и даем противнику леща. И очень хочется мне действительно потерять этого полководца ради проклятия, друзья мои. Вот это вот таинственное проклятие. То есть, понимаете, он даже, когда он хотел жениться на этой девушке, а мало того, что она уродина, мало того, что она страшная, так она же еще является обладательницей вот этого проклятия. И... очень скоро ей предстоит стать вдовой, наверное, как еще можно это объяснить. Но, в общем, не суть. Начинаем битву, выходим из замка. Сейчас я только все это покажу. Ну и ускоряем ход. Слушайте, вот реально круто такие вещи придумать, когда ты играешь в Medieval 2 Total War. Всякие проклятия, не знаю, зависть членов семьи, недоговоренности, стремление... поднять государственный переворот, это действительно делает игру очень интересной. Слушайте, ну у нас тут ополчение арбалетчиков хочет выйти из замка и что-то предпринять, а я, естественно, не горю таким желанием, поэтому выдвигаю свою кавалерию. Ну что, сюда мы выдвигаем наши отряды. Слушайте, они там реально начинают постепенно борзеть. Слушайте, да... ба... посмотрите, какой большой урон наносят арбалетчики, действительно очень много. Но мы врываемся на врага, сейчас мы с ним попробуем разобраться. Приступаем сразу же к другим отрядам, но отводим обратно. Слушайте, посмотрите, просто ворвались в бой, и противник уже фактически полег. Сейчас подводим сюда нашу тяжелую пехоту. Слушайте, а тяжелой пехоты-то у нас не так уж и много, как мне казалось. И значит, надо будет действовать немного более аккуратно. Здесь есть шанс еще и огрести... таких знатных люлей. По правому флангу вместе с полководцем у нас пойдет пойдут госпитальеры на Ctrl-3, да? Ну и пехота, вся моя тяжелая пехота Ctrl-4, она уводится в центр. Вот так вот, да? И будет уже там воевать. Вводим их в одну линию. Ну и тяжелые копейщики выдвигается вперед. Слушайте, ну конечно же, нормандских рыцарей у нас просто огромное количество. Это, я не знаю, наверное, все сметающая сила. Как можно им противостоять, я, если честно, не знаю. Но, может быть, противник попытается это сделать. В любом случае, я выстраиваю свои войска на фланг. Кавалерия постепенно туда перемещается. Мы очень быстро нагнетаем обстановку. Тут, правда, стоят у нас рыцари-феодалы. Из тыла тоже, как генеральский отряд. Ну вот, начинается нападение. Залетаем, чарджем. И что, там уже кто-то сразу же начал паниковать. Это, походу, всего лишь один человек находился в отряде. Ну вот, пехота уже подходит. Все, переходим в атаку. Подводим еще тяжелые отряды. Слушайте, если мне сейчас удастся по-хорошему так зайти сразу же с двух сторон, это будет вообще, я не знаю, нечто. Пока что генерала отправляем на рыцарей-феодалов. Ой, тут, конечно же, немного неприятный момент. Итальянские ополченцы с копьями. Но посмотрите, они сами выдвигаются в атаку. И, естественно, мы уже начинаем нагнетать обстановку на фланге. Подготавливается атака на рыцарей-феодалов. Госпитальеры уже готовы и заходят в тыл. Тяжелая пехота тоже идет постепенно вперед. Все у нас хорошо. И мы залетаем, залетаем очень хорошо. Пошатнулись вражеские войска. Госпитальеры идут в атаку. Ну-ну-ну-ну-ну, правда, немного неудачно, но все равно... Ой-ой-ой, нет, все-таки удачно. Посмотрите, ветераны доспехов начинают убегать. Сразу вот эта вот атака с двух флангов, она действительно очень много неприятностей доставляет вражеским войскам. И противник убегает, да. Фланги начинают дрожать. Хотя, посмотрите, рыцари в кольчугах все еще стоят на месте, дерутся вместе. Ну и...
Естественно, проклятие, королевское проклятие, оно срабатывает, никуда от него не деться, но даже несмотря на потерю полководца, это естественно победа, и мы продолжаем. К сожалению, вот эта моя уродина, которую когда-то уродил один из моих полководцев, она теперь вдова. Представляете, какая бедная девушка, мало того, что уродина, мало того, что противная, так еще и без мужа осталась. Пусть он ее не любил, но все равно иногда она тихо плакала на его плече. И теперь, короче, все стало слишком печально. Она остается одна, никому не нужная. От этого она еще бесится, от того, что у нее нет мужика. Но что поделать, друзья мои, что поделать? Таково суровое королевское проклятие. Что еще могу сказать? Увы и ах. Это победа. Мы захватили еще и 1000 пленных почти. Это вообще просто ужас. Венеция, я думаю, не скоро оправится после таких сражений. Ну все. Я не знаю, о чем тут еще можно говорить. Что там? Может быть, отправить кого-то туда? Потому что венецианцы что-то не особо активно у нас ходят. Ну, такие вот битвы, друзья мои. Враги бегут. Завершаем битву. 215 человек всего лишь было потеряно в сражении. Тут, конечно же, без шансов. Действительно без шансов. 3000. Казним всех пленных. Достойная смерть. Мятеж в стане врага. Ну все, что могу сказать. Теперь мы что делаем? Что мы делаем? Да, и посмотрите, появляется у меня возможность нанять охрану полководца. Там уже будет нормальный генерал. Я на это очень рассчитываю. Венеция тем временем сидит у нас по-прежнему гарнизон. Сюда подходит подкрепление. И в принципе, теперь же город захватить будет вообще крайне проблематично. Что у нас по экономике? 4507 золотых. Смотрим графики. Графики, естественно, падают. По военному рейтингу мы с Венецией сравнялись. Ну и все, можно сказать, что балканская кампания участи выиграна, хотя, посмотрите, венецианцы захватывают Скопье. Наверное, слишком рано я начал хоронить своего противника, есть у них еще небольшой порох в пороховницах, но все равно. А что дальше? Ну вот захватили вы Скопье, у вас есть еще одна армия, окей, Дураца, Рагуза, но экономики-то нету. Это вот Венеция сейчас находится в той ситуации, в которой я был, ну не знаю, ходов 30 или 40 назад, когда да, у меня были войска, но экономика, способная вытягивать такую мощную войну, она отсутствовала напрочь. Хотя посмотрите, Венеция сейчас начинает постепенно, я не знаю, восставать из пепла, что ли, после тех потрясений, которые ее столкнули. Да, тут естественно очевидное поражение, отступаем. А Венеция, вот именно как город, она начинает постепенно восстанавливаться. Это, конечно же, очень круто. Подходящий жених. Слушайте, а что у меня новая... новая принцесска появилась? Сводка новостей. Начинающий командир. А как-то он стал грандмастером ордена О, ребята, 28 лет. Герцог Мистраса. Базовые знания военного. Слушайте, ну такого полководца, конечно же, терять нельзя. Посмотрите. Еще и грандмастер ордена госпиталь. 28 лет всего парню, да? Ну, крутой. Крутой. А помолвка? Подходящий жених для Фландины Ланце. А кто такая Фландина Ланце? Давайте посмотрим. А, это вот это вот. Ха-ха, дружище. Ты же знаешь, что проклятие, королевское проклятие будет работать, и тебе, наверное, придется умереть. Я даже не знаю, выдавать ее или нет. 14 лет. Ну, хотя давайте... Жалко мне этого паренька 14-летнего. Свадьба. Давайте оставим его в Палермо, что ли, я не знаю, прачечная связь, нет пока что эффектов. Но его надо, естественно, отправлять куда-то там, не знаю, в Милан или Венецию, чтобы он занимался, ну, чтобы он поднимал свое благородство. Но вот не знаю, сработает ли это проклятие или нет. Посмотрите, 33 года, это, наверное, ужас. Вот представьте себе, он женился на этой девушке, а потом ему мама этой девушки рассказывает о том, что дружище... Ты немного не в ту семью попал. Теперь у тебя будут большие неприятности в этом плане. И он такой думает, черт подери. Куда же я попал, друзья мои? Что со мной будет теперь?
выживу ли я? Это вообще безумная семейка, которая теряет всех своих генералов. Черт подери, друзья. Очень и очень опасно. Вот смотрите, армия Священной Римской Империи, которая состоит в основном из наемников, я не знаю, у них что, так денег много, появляется рядом с нами. Ну тут все понятно, на Венецию смотреть уже даже нет особого смысла. Давайте глянем на немцев. А у немцев общий рейтинг, посмотрите, какой большой, и военный рейтинг подрастает. Слушайте, а что у них там, денег так много, что ли? И территориальный рейтинг растет, слушайте. Хорошо, что я тогда не ворвался в войну со Священной Римской Империей, потому что они тут, походу, знаете, себя на коне чувствуют. Давайте заглянем в их территории вообще. Ой, блин. Слушайте, ну как мне повезло. Мой лазучик попал в Инсбрук. Это очень мощный замок. Цитадель. Смотрите, цитадель. Ну ладно, я, естественно, ссориться со Священной Римской Империей ни в коем случае не хочу. Мне не хватало вот только из этих территорий, чтобы пришли еще одни войска. Тем более неизвестно, правда, где Священная Римская Империя воюет. Но факт того, что общий рейтинг высокий, что военный рейтинг у них очень добротный и по населению, и по финансам, это говорит о том, что немцы умудрились выжить в центре Европы. А это удается, друзья мои, далеко не всегда Священной Римской Империи. Очень часто она разрывается со всех сторон. То есть с востока это Польша, на юге это, естественно, Венеция борзеющая, с севера это датчане, норвежцы, и с запада это, естественно, французы и Милан. Поэтому Священная Римская Империя, она вот находится как раз-таки на переплетении всех путей, и им становится очень тяжело играть, просто потому что отовсюду враги. И нельзя сделать, вот как, допустим, там в Англии, создать какой-нибудь отдельный экономический блок городов, где спокойно они развиваются, да, здесь постоянно кто-то тебя будет тревожить. Если только создать такую торговлю внутреннюю, где-то там глубоко внутри своих территорий, тогда что-то получится. Но все равно у Священной Римской Империи фактически нету морской торговли, а морская торговля, она приносит, ну, намного больше денег. Плюс вот эти огромные территории, не получается перебросить большое количество войск за короткий период, и это тоже очень сильно влияет. И территории разрываются. Очень часто Священная Римская Империя, она, ну, действительно теряет всю свою мощь слишком быстро. И потом становится вообще неактуальным государством. Ну вот видим, что немцы куда-то увели свою армию. Давайте мы сходим дальше, посмотрим, что там творится в равнине. Зальцбург, Нюрнберг. Слушайте, ну армии у них такие мощные, я вам могу сказать. Пешие тевтонские рыцари, прокачанные. Огромное количество наемников, притом у них еще и сочетаются городские войска, что тоже говорит о многом. Это, конечно же, серьезные ребята, я могу сказать. Ну что, осаждаем Марту. Там у нас, правда, Фессалоники находится под осадой какого-то тоже Венеции, правитель, 49 лет. Но в Мистерсе, наверное, нам надо готовить новые войска. В принципе, экономика здесь все это добро спокойно вытягивает. Я сейчас не испытываю таких больших финансовых затруднений. Поэтому могу себе позволить и немного пошиковать. В целом, ситуация хорошая, стабильная. Давайте глянем на Венецию. Я очень сильно хотел посмотреть. Венеция, что у нас здесь? Католицизм 100%, торговля приносит 2100. Ну да, город постепенно восстанавливается, плюс 3% за один ход. Более того, сидит, ну, такой нормальный парень с благородством прокачанным. И это, естественно, тоже влияет на рост населения. У Венеции, я думаю, все будет хорошо, вот именно как у города. Я надеюсь, вы меня понимаете. А как у государства, у Венеции все будет очень плохо. Я это гарантирую. Конечно же, да, я, знаете, немножко так долго уже вожусь с ними. Казалось бы, всего лишь несколько городов осталось. Пора бы уже нанять такой мощный военный кулак, нанести окончательный удар и дальше разбираться с Папой Римским. Потому что мы на Балканах сейчас застряли. Очень и очень сильно. Новое задание убийства, запрет на футбол. Осаждаем Марту, отправляемся на штурм. Естественно, безоговорочная победа. И занимаем поселение. Отлично, 29 лет, отсутствие фуража, но тут стремление битвы. Правда, появляются большие армии, но тут из Мистраса подходит подкрепление. И надо, наверное, часть войск вернуть обратно в город для переобучения, да?
Но вот видите, к сожалению, нет такой возможности. Новый член семьи, доклад о найме, дипломатические сведения. Как эта Польша была отлучена от церкви, я вообще себе, если честно, не представляю, как такое возможно. Но мы сейчас будем высаживаться в Генуе и перебрасывать полководца в Милан. В Венеции тем временем все спокойно, в принципе, рыцарей в кольчугах можно распустить, равно как и наемников. Слишком уж много денежек тратим мы на содержание этих войск. Здесь такой потенциальной угрозы нету. Путешествуем дальше. Магдебург они не потеряли, что очень странно. Потому что Магдебург это обычно один из первых замков, который теряется. Он играет довольно важную роль на этой территории. Хотя здесь находится еще Гамбург. Но вы помните из норвежского ярла, как эти замки взаимосвязаны. То есть они фактически контролируют весь север. Играет действительно важную роль. Но Гамбург он... Гамбург, конечно же, покруче, друзья мои. В этом плане. Это мощная сила. Так, мы тут рассчитаем поле... Да-да-да, безоговорочная победа. Всех казним, душ Венеции отступает. И противник начинает осаждать Арту. Значит, опять придется выйти из боя. Ой, выйти из боя. Выйти из города и дать врагу сражение. Мы в осаде. Что делать? Заканчивается ход. Ну и что, Венеция? Венеция не хочет никак сдаваться. Да. Хотя я на их месте уже бы, знаете, так отстал. Сел бы себе спокойно в замках и ждал своей смерти. Но ребята борются. Это все, конечно же, прекрасно. Достойно уважения и все дела, но... Ребята, надо иметь и совесть. Вы все равно ничего уже сделать не сможете. Поэтому... Король Польши умер. Главная резиденция ордена госпитальеров в Сиракузах, это, конечно, круто. Танцовщица, завершение перевоплощения нормандских рыцарей, выходим на поле боя. Отличное место для битвы. Хотя тут армия, блин, тут армия такая серьезная. Все в сборе? Но, в принципе, достойная армия, значит, будет достойная победа. Вот что я могу вам сказать. Ждите приказа. Фух, я уж думал, что будет какой-то ужас. Слушайте, а где наши войска вообще? Выбираем наш. Слушайте, конечно же, такой замок оборонять это немного непонятно. Я как здесь вообще, куда выйти? Просто скажите мне, пожалуйста. Давайте вернемся сюда. А, вот они, городские ворота, все, я понял. Я просто немного испугался. Где там у нас еще центральные отряды? Три отряда конницы, да? Выбираем всю армию и выходим из замка. Хотя тут, конечно же, территория не самая приятная. То есть, смотрите, нам не получится зайти с правого фланга. Более того, у противника есть в наличии катапульты. И он может случайно попасть по моему полководцу. Это, конечно, будет не очень приятно, но я надеюсь, что все обойдется. Смотрите, как он гордо выходит из замка. И он как бы презирает смерть, понимаете? Но надеюсь, по нему не попадут. Вот мне кажется, что как назло, именно по нему попадет мой противник. В общем, выдвигаем кавалерию на левый фланг. Будем действовать предельно стандартно. Здесь, правда, вот видите, какая ситуация. Пехоты не так много. Поэтому битву ни в коем случае нельзя затягивать. Есть парочка отрядов госпитальеров. Да, они смогут сдержать отчасти вражеский натиск. Что мы делаем? Наверное, поменьше отряд направим против венецианских лучников. Ибо они сейчас начнут мне докучать. И это совсем неприятно, да? Тяжелая венецианская пехота. Вот этих ребят я немного опасаюсь. Мечники, конечно же, полегче. Плюс итальянские ополченцы с копьями. И посмотрите, как назло, правый фланг у них состоит полностью из копейщиков.
Это вообще неприятно. Там, по-моему, катапульта по нам стрельнула. Да-да-да, наверное, это катапульта, так как лучники не дотянулись бы. А далее выдвигаем кавалерию на левый фланг как можно быстрее. Ну, здесь ребята начинают сражаться и гонять венецианских лучников. Ребята уже начинают шататься. Говорить о победе еще рано. Но пока наши воины... И промахивается противник, очень мне повезло. Слушайте, ну нормандские рыцари вообще без проблем расправляются с противником. Я подтягиваю уже свои основные силы. Ну, вся ставка на госпитальеров, потому что мои копейщики, естественно, в ближнем бою с тяжелой венецианской пехотой ничего сделать не смогут. Поэтому подводим основные силы. Тут еще неизвестно, как рыцари в кольчугах будут действовать, тоже хороший вопрос. Логично было бы, наверное, выставить там, не знаю, на правый фланг. Но мы видим, что противник тут не особо-то и метко стреляет. И вот сейчас уже пора выводить войска на фланг. Все, госпитальеры переходят в атаку, нападают на венецианских лучников, которые вообще не обращают никакого внимания. И сейчас наша задача, ну, по стандарту завязать бой. Думаю, парочку отрядов надо выделить на рыцарей-феодалов, а по флангам будут заходить уже именно госпитальеры. Хотя, блин, надо было все-таки, наверное, госпитальеров туда выделить, поэтому я один отряд выделяю сюда, а другие уже нападают на вражеских кавалерий. Просто понимаете, нормандские рыцари, они из-за скорости вот более удачны для таких чарджей во фланге. Посмотрите, как они сейчас залетят. 138, и пошло-поехало, да? 134, 120, 100, все. Очень тяжело, конечно же, с таким бороться. Плюс нападаем на ветеранов доспехов. Начинаем постепенно наяривать на флангах. Ну давайте, ребята, давите. Слушайте, правда, ветеранов доспехов, по-моему, они разворачиваются как раз-таки фронт. О, как неудачно. Ну, прорвем или нет? 120, 108. Ну, слушайте, ну влетели-то хорошо, но чувствую, сейчас потери будут вообще просто. 51, 48. Да, посыпались госпитальеры, отводим их сразу же назад. А тут на правом фланге все вроде бы нормально. Генерала еще надо подвести. Слушайте, конница сейчас будет, по-моему, очень больно. Конницу надо отводить обратно. Слушайте, венецианцы не убегают. Венецианцы сохраняют строй. Это очень неприятно. Далее начинаем наворачивать. Ну, госпитальерам тут, ребят, досталось очень серьезно. Конечно же, атака в лоб на копейщиков, она дает о себе знать. Но мы, в принципе-то, не отчаиваемся. Сейчас выстраиваем кавалерию для второго захода в тыл. Копейщики мои стоят. Госпитальеры тоже пока что держатся. Для меня это очень важно. Вот сюда бы залететь на ветеранов доспехов. Было бы очень круто. Но, видите, постоянно блокируется, перекрывает они как раз-таки конницы. И я не могу грамотно ворваться. Да, некоторые отряды уже начинают дрожать. Сейчас попробуем вновь прорваться. Вот если сейчас... Ну, давайте посмотрим. Нормандские рыцари. Ну, не очень удачно они влетают, тут частично в лоб. Ну, что? Ну, ничего не могут сделать. Ничего. Очень удачно венецианцы действуют. Мы потеряли 21% от своей армии. Ну, что... А, вот, посмотрите, госпитальеры сейчас смогут. Вот тут открывается у нас небольшой промежуточек, и если там сейчас я начну наяривать, это будет очень хорошо. Нагнетать обстановку. Ну, давайте, госпитали, 16 человек всего лишь. Но я думаю, что эти 16 человек должны зарешать. Генерала отводим обратно. Тут появляется почти что свежий отряд нормандских рыцарей. Посмотрите, рыцари в кольчугах перекрывают дорогу госпитальерам. И что, госпитальеры не смогут ворваться, нет? Ну вот уже начинают паниковать отчасти вражеские войска. Да, мы-то одерживаем верх, но тут, конечно же, была просто яростная схватка в тылах у Венеции. Венецианцы всячески пытались не допустить вот этого захода, вот этого чаржа в спину. Ну что, все-таки, что происходит? Давайте ускорим ход битвы. Генералушка, давай-ка ты у нас отойдешь обратно, не дай бог погибнешь. Это будет вообще печально. Ну видите, вот это, кстати, действительно крутая тактика, ставить какие-то или кавалерийские отряды, или пехоты в разрозненном строе, поскольку вся сила чаржа, вот эта кинетическая, или как ее там назвать, она теряется. И чардж, он фактически начинает очень сильно буксировать. Ну вот центр Венеции стоит. Они, смотрите, мы просто взяли и разменялись с противниками позициями атаки.
Но Венеция не сможет так долго держаться, все-таки понятно, что они потеряли уже 66%, хотя, признаться, мне тоже достается очень и очень сильно. Ну, заходим к генералам, блин, на копейщиков, нет-нет-нет, я не хочу его терять, опять я рискую. Истребили половину армии, ну что, ускоряем ход битвы. Но тут уже, да, начинают сыпаться, просто мы просто число даем. Убили полководца. И все. В нашу пользу. Это победа. Если ничего не изменит, ладно, друзья, с вами был Диадан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ждите новых серий. Всем пока-пока. Небольшая рекламная пауза. Приглашаю вас подписаться на игровой канал Никута, где он проходит различные симуляторы, начиная с симулятора ежа и заканчивая симулятором алкоголика. Также на его канале есть прохождение новинок, таких как Вор и Саус Парк. Ссылка на канал в описании под роликом. Переходите и подписывайтесь.